Пришел поэт с такой страстной, безоглядной верой в будущее, что тема трагического одиночества его ранних произведений переросла в тему бессмертия, тему человеческого воскрешения, которая и стала основной ведущей в его творчестве. Маяковский хотел войти в коммунизм со всей своей жизнью, с любовью, с друзьями. Он стал поэтом будущего. С сюжетом ему было трудно. Он лирический поэт, и у него лирический сюжет. Он сам герой своих вещей. Его тема – поэт, идущий через горы времени. Маяковский своей работой сместил понятие времени. Поэтому вот так очень широко в его творчестве распространен метод художественной трансформации, метод перевоплощения. Один человек не может дожить до послезавтрашнего дня. Он должен изменяться, трансформироваться, оставаясь в общем по существу самим собой. Вот как дойти туда, в коммунистическое далеко, как живой с живыми, говоря, как сделать, чтобы не распалась связь времен? И Маяковский начинает возводить мосты. Мост стал самым точным, самым верным, самым постоянным образом в его произведениях. Мост время. Поэт как часовой на мосту, он как рабочий под мостом. Наконец, мост он сам.